Здравствуйте, я Наталья Некрасова, с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Продолжаем вязать плед «Лабиринт». Сегодня блок 5, состоящий из указанных цветов. Итак, первый ряд у меня белый. Далее 3 раза красным, 48 рядов. 1 ряд 16 рядов, 1 блок синий. Вводится синий цвет еще раз. Один раз красный, один раз белый. И раз, два, три, четыре, пять. 5, то есть 80 рядов зеленый. И один раз белый. Смотрим. Один раз белый. 3 раза красным. Один раз синим. Один раз белым. Один раз синим, один раз красный, один раз белый. 80. Либо 5 раз зеленым, 1 раз белым. Две детали абсолютно одинаковые. Не забывайте, что каждый блок мы вяжем 2 раза абсолютно одинаковые детали. Присвоили номер 5. Обязательно подколите номер к деталям. Можете подписать каждую деталь по отдельности, можете подписать их вместе. И откладываем в лист ожидания. Не потеряйте наш канал, иначе вы не узнаете, что же за пледик мы вяжем, что такое лабиринт и как он будет выглядеть.